Ярославле появились первые жертвы холодов. В пруду парка «Нефтяник» замерзло несколько уток. Бездыханных птиц заметили утром местные жители. Ночью на озере встал крепкий лед. Несколько птиц улететь не смогли. Люди вызвали спасателей. Сотрудники Центра гражданской защиты добрались по льду на середину озера. Но помочь уткам не смогли. С гибелью на водоемах птиц ярославские зоологи еще не сталкивались. Такое происходит в нашем городе впервые. Утки остаются зимовать в мелких, незамерзающих речушках нередко. Но, как правило, в период сильных холодов улетают в более теплые места. В Московской области были такие случаи, когда в Южном Чертаново замерзли утки на пруду, но там просто их выпустили с подрезанными крыльями. То есть птиц заранее обрекли на гибель. В данном случае птицы, видимо, передвигаются самостоятельно, поэтому, конечно, тогда нужно сообщать в МЧС спасателям для того, чтобы была организована какая-то спасательная экспедиция, и птиц все-таки спасли.